Так, вот это Open Broadcast Software, если кто видит. Ну, он как бы тут у меня не получилось, чтобы вот эта картинка была более четкой. Он как бы фотографирует сам себя. Вот это, в общем, вот это миксер внизу, вот этот вот. То есть здесь вы можете регулировать звук. Здесь вот это настройки, вот эти прибамбасы, которые видны на Фейсбуке или в Ютьюбе. Так, вот это то же самое слева, но это можно и как бы вот эти прибамбасы, из них сделать сцену, чтобы быстрее ее врубать. Вот это управление контрольное. Вот здесь, если вы заканчиваете стрим, надо нажать вот на эту кнопочку «Стоп стриминг», и стрим остановится. Вот. Вот здесь находится, чтобы подключить его к Фейсбуке, нажимаете вот эту кнопку «Файл» слева на экране вверху. Нажимаете вот это «Сеттинги». Вот. И, в общем, здесь вот эти все прибамбасы. Вот, ищите стрим. Надо будет подключать сюда стрим. Копировать, в общем, ну, в общем, ключ скопировать в Фейсбуке или в Ютубе, сюда его скопировать, вот все подключение. Ну, а все заморочки, я даже сам не понимаю, что тут написано. Я вот это только стрим копирую, и потом у меня все работает. Особо я не вожусь. Вот, ну, в принципе, кто любит вот этот софтвар покопаться, можно что-то. Но я не знаю, в принципе, что там еще интересного может быть, кроме... Ну, для чего он удобен? Кто, в принципе, кто просто включает на кнопки стрим и стримит, он думает, зачем это нужно. Ну, это, например, можно через этот OBS подключить две видеокамеры или, наверное, даже три. Вот. И, ну, как-то вот так заморачиваться с такими, ну, более сложные стримы делать.